Приветствую вас на канале AsmodeyPlay. Мы продолжаем играть Assassin's Creed, первая часть. Итак, забираемся на самую высокую точку этого города. Отсюда сегодня начнется наша с вами запись. Да, очень высоко. Очень. Кто смелый и в реальности сможет так подняться, ради бога. Да, такой крест ближе к богу быть в то время не могли, не было такой лестницы. Посещено точек обзора 10 из 11, ну одна где-то, не знаю даже где он там, наверное, будет на маяках. Но нам надо будет в замке вон там кого-то убить. Так, а где у нас? А куда нам прыгать-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну давайте посмотрим. Ну точно не сюда надо было. Вертай назад. Бумк. Блин, ну точно не сюда. Надо было посмотреть, где... Люди спокойно реагируют. Где эта стена располагается? Мы слишком терпимы к врагам. Одной рукой бьемся. Так, ну ладно. Точка, тем не менее, была посещена. Давайте я освобожу людей. Так. Мотанем этот процесс. Ну и так. Освободили. И начинаем с первого-то флажки собираем. Аль-Муалим не дал тебе задание. Но у меня найдется для тебя дело. Разыщи несколько флагов Масиафа, которые я спрятал в кварталах Ричарда. А зачем ты их там спрятал? Я верю клятве, в отличие от многих других, и расскажу тебе, что говорят люди в Аке. Это очень важно. Но в этот раз, пожалуйста, не заставляй меня слишком долго ждать. Нифига себе. Ты мне еще условия ставишь, козел. Так, а где флажки-то? Вот. Где-то. Да ёж, что ее мать-то? Откуда начало-то берется? Флажки-то твои. Что на него нашло? Если носиться как угорелый, он точно разобьется. Вот отсюда начало берется твои флажки. А что он делает? Он, наверное, тронулся головой. Если он расшибется, это будет забавно. Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. Вот успею ли я? Вот. Вопрос вопросов. Ну, вроде как, пока успеваю. Тебе сюда нельзя. Нельзя. Ты хорошо поработал. Раньше я был о тебе худшего мнения. Вот что мне известно об Уильме Монферрате. У них с Ричардом вышла размолвка до того, как король отправился в Яффу. С тех пор он сидит в замке под охраной своего войска. Сможешь ли ты добраться до него? Посмотрим. Хотя, конечно, маловероятно. Так, следующий у нас кто идет? Убийство. Лучников убивать. Давайте. Ты у нас там стоишь. Да, отойдите. Давай. Мир и покой тебе, брат. Чтоб не заметили. Хотя еще у меня, похоже, уже не будет ни того, ни другого. Впрочем, все понятно. Я был неосторожен, и Вильям послал за мной лучников. Самому справиться с ними мне не по силам.
Ты можешь отыскать их и убить? У меня найдется для тебя кое-что полезное, если ты согласишься. Но осторожнее, тебя не должны заметить. Ну, конечно. И вот здесь мне понадобятся метательные ножи. Флажок, смотрите. Никаких монет. Ибо никому не устоять перед мощью армии короля Ричарда. Бог одарил его своей милостью. Пройдет немного времени, друзья. Убийца! Смерть! Блин, надо было скрытное оружие-то взять. Кто убил этого человека? Сарацины разбиты. Мы заново. Блин, хотел его воткнуть в спину. Так, взяли задание. Идем. Бог одарил его своей милостью. Пройдет немного времени, друзья. И эта земля станет нашей. Где тот, кто заварил эту кашу? Где-то есть. Давай, отворачивайся. Будьте сильными, горожане. Что? Оставайтесь крепкими в вере. Опаньки. Так. Видит вас и ведет. А вот это уже немножко проблематично. Этот уже перемещается, падла. Надо его издалека загасить. О боже, что случилось? Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Вон там, третий, наверное, он тот. Смерть убийцу! Вот так. Тихо, 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 тихо. Не попал. Убейте его! Смерть убийце! Не, блин, козёл. Вот как тебя? Надо будет за тебя бежать, только далеко. Сена нету тут случайно денег? Зачем он это делает? Не надо на меня смотреть. Я убью. Думаешь, это смешно? Да, я думаю, это смешно. Человек только что врезался в другу. Пожалуйста, господин, подайте. Ну, врезался я в другого, и чё? Так. Отворачивайся. Чем-нибудь отвлечь внимание твое, падла. Вот кого вы вообще тут рассматриваете? Будьте сильными, будьте упорными. Все. Без вашей помощи. Падай. Красивые горы. Тихо, остановите. Я тебя остановлю.
Тебя-то вот, падла, как достать? Все. Сейчас главное не разбиться. И не накосячить. И дело сделано. Давай, мимо крыши-то уж не промахнись. Будь так добр. Добр-бобр. Вот. Не надо падать духом. Я не понял, а что я тебе сделал-то? Ты умрешь здесь и сейчас! Ты от меня не уйдешь! На! Да вали их, парни! Думаешь, сможешь меня одолеть? Всех потихонечку. Я умру. Думаешь, сможешь меня одолеть? Да. Режь их. Да, еще под жопу тебе. Ты самый неудачливый босс какой-то в отряде. Никто так не пиздюривался еще. Ты первый. На. Так. На. Так. Мне нужны метательные ножи. Давайте мотанем. Так, информаторы. Грёбаные. Спасибо, Альтаир. Наконец-то я снова вздохну спокойно. Возьми эту карту. На ней указано, где Вильям расставил своих лучников. Она пригодится, если ты решишь проникнуть в его крепость. Хорошо. Так, карта есть. Пойдем ножи пополнять. Ну, давай, давай. Шума допадет на Саладина. Что тебе от меня нужно? Да ничего мне от вас не надо. Ножи только надо. Мы с миром пришли в святую землю, дабы распространить благую весть Господа нашего. Следующий у нас допрос. Но они отвернулись, отказались принять сына. В этом было необходимо? Давайте посмотрим, кого надо избить. И вот он покорал нас, послав орды язычников в наши земли. Можно быть таким милосердным. Да, еще толкни меня, падла. А, вот здесь, одна главная, у главного собора. А другой пытаемся их обнять. К чему мы придем, если король сам не знает, чего хочет? Но Вильям знает, верьте нам. Давай, верю. Поднимите с колен! Не приносите себя в жертву изменчивым прихотям короля! Хорошо. Мы должны полагаться на людей непоколебимых в своих убеждениях! Таких, как Вильям Монферрат! Ну или на меня. Чем я плох? Пойдем в люлей тебе отвешим. Чтобы так зафиксировать цель, чтобы начать допрос. Так, подальше от бандитов. Эти падлы за них защищаются. Метательные ножи только носят с собой. Ну тут их трое, он еще двое. Да этот еще драться будет, а то пятеро будет их. Нет, надо подальше тебя отвезти. Ну вот сейчас само-то. В рукопашную можно. Стража не полезет, если в рукопашку. Все, хватит, хватит. Чего ты хочешь? Золото? У меня есть немного, забери. Давай. Забери. Давай. И уходи прочь. Нет. Не золото, мне нужна информация. Я ничего не знаю.
Но знаешь, Уильям, как мне к нему попасть? Это невозможно! У него встреча с королем! А когда король уезжает? Сегодня. Но тебе это не поможет. Они опять поругаются, и Уильям, как обычно, пойдет срывать злость на своих людях. Ричард кричит на Уильяма, а Уильям кричит на воинов. Он не примет тебя. Я тебе уже сказал, что я иду к Уильяму, а не Уильям принимает меня. Понятно. Не прощай. Не так быстро. Есть нечто, что я у тебя заберу. Не бойся. Что? Твою жизнь. Вот так. Не слушайте их ложь. Ядовитые слова сводят ростками смущения. Так. Давайте сразу. А, вот еще. Кража, и тут вышка сразу. Давайте туда. Если вас искушают, ступайте и помните. Но даже никто не подберет труп-то. О! Дитя, смотри по сторонам, привлекайте. Немножко. Вот где-то рядом. Ой, чуть не упал. Ты видел такое раньше? Мне не доводилось. Так и не увидишь. Только здесь, только у меня. Умоляю вас. Это же эксклюзивно, потому что... Точно убьет кого-нибудь, убей. У меня каждый прыжок шедевр. Итак. Ну, смотрите, я должен был здесь пробегать. Так. Ты это видел? Понимаете, я нищенка, господин. Он, мне нужны деньги. Так, да. Так, тебя мне не надо трогать. Ага. Только вперед. Разум зовет. Зачем он это делает? А вот надо. Спрос. Вот такая загадочная личность. Так, а допросить надо кого-то в замке. Ох, извините, дни. Прыгнуть мне будет стук сена. Конечно, но зато смотрите. Ну, портовая местность. Ближе к земле. Интересно. Ну, кому как. Вон там по порту потом будем гонять. Козла одного. Ну а сейчас пока, прошу прощения, но дела. Так, спускаемся. Так. Прекратить. Так, мне надо как-то это. Ты вошел туда так легко. Крепость же закрыта для всех. Это так, но Уильям хочет, чтобы ремонт закончился как можно быстрее. Это нам на руку. Отличное прикрытие. Я закончил свой отчет, нужно отнести его. Первый раз дела складываются в нашу пользу не по случайности. Даже Библия говорит, Бог поможет тем, кто поможет тебе сам. Нет, на самом деле это из басен Эзопа. Да это не важно. Библия вообще-то говорит как раз наоборот. Надо много ждать и веровать, пока Всевышний решит, помогать ли тебе. Ну, я бы сказал, мы ждали немало. Тут я с тобой согласен. Ладно, я пошел. То есть они будут определять, сколько они ждут. Мало или немало. Все. Ну вот как ты мог потерять и не знать, кто это, когда я тут единственный? Так, а теперь надо выйти отсюда. Очень хорошо. Очень. Давайте вы к нему. Так, смотрим, куда у нас следующее идет. Задание информатора убийства. Ну давайте, нет, вот здесь вот задание информатора при лавке. Давайте лучше убийство.
прилавки-то такая мерзость. И за роги. Почему он так спешит? Вам все расскажи. Ну так тут недалеко, где-то за огородами. Давайте осталось только поворот только найти. Ну, поворот есть. Как можно быть таким непримечательным? Бегает, как угорелый. Как раз пока туда, куда надо, бегу. А! Куда он? Почему этот дурак в кого-нибудь врежется? Оп, флаг. У него действительно есть повод так себя бесить? О, нет, не убивай меня! Альтаир, ты меня до смерти перепугал. За мной охотятся люди Ричарда. Их двое. Я пытался заключить с ними сделку, но понял, что это была ловушка и избежал. Явись им в облике ангела смерти и оборви нити их жизни, пока они не нашли меня. А потом я расскажу тебе о нашем деле. Хорошо. Убийство. Работа в области искусства меня влекла к себе давно. Нет, умоляю, не уходите, подайте пару монет. Рождают чувства великой кисти полотно. Давайте будем нести искусство людям. Бьют они охотно старинные полотна. Вот так вот. Ну не трогай меня, не трогай. Фу, господи, мне потом еще мыться после тебя. Итак, у нас еще один остался. Тоже надо его. Так. И он с другой стороны. Ой, какая прелесть, ребятки. Вот он. Вот он, я его вижу. Хоп. Эй, хоп. Ну, это было очень легко, знаете ли. Легко и непринужденно. Что делает? Как приятно осознавать, что ты в безопасности. Спасибо, господин. Говори. Я попытался договориться со стражниками, чтобы они не закрывали ворота, когда прозвучит сигнал тревоги. Но у меня ничего не вышло. Теперь ты сможешь выбраться из цитадели Ричарда только по стене. Прости меня. Ну это я знал, кто меня оттуда выпустит. Так, у нас остается последнее, это прилавки. Это такая бесячая миссия. Так же, как и эти гонки. Вот, пообезьяничали. Падла, ты меня... Сучава. Как некрасиво с твоей стороны. Мне нужны деньги. Нужны, мне тоже нужны. Я убью тебя! Ой. Вот это я нарвался на пустом месте. На. Он убийца! Ты от меня не уйдешь! С чего ты не уйдешь? Поймаю тебя! Где ты? Да конечно! Вот он! Ну-ка пусти меня! Да ты! Подрезал нож! Даешь, твою мать-то. Да... А если я не хотел с вами биться изначально? Слишком просто. Да. Нехорошо. Ну давай, говори. Послушай меня, Альтаир. Вильям Малферат недавно убрал из этого района почти всех честных торговцев и заменил их своими людьми. Он пытается подорвать доверие народа к королю Ричарду, продавая им товары низкого качества по завышенной цене. Этих торговцев надо убрать. Найди и уничтожь их стойки с товарами. Вот так.
Хоть стойки всего лишь две, но... Так, первая, вот она. Какого черта тебе надо? На. На. А теперь надо бежать. Да беги ты, сваливай. Бежал в тупик. Ему конец. Падла, ты куда вот лезешь? Я тебя догоню. Я сделала не так. Ищите его. Я его вижу, тебя не шли. Давай. Сюда, скорее. Думаешь, сможешь меня одолеть? Да. Он должен быть где-то рядом. Сюда, скорее. Не дайте ему уйти. Думаешь, сможешь меня одолеть? Давай. Ramenez-moi. Поймаю тебя. Да. Чуть не слетел. Как вас много. Я тебя догоню. Я убью тебя с закрытыми глазами. Я должен испугаться тебя. Он думает, что справится с нами. Ты от меня не уйдешь. Да. Я должен испугаться тебя. Но ты смит мне, Дуна. Конфликт, давай, 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 давай. Всех убил. Спасибо. Сидишь тут среди тебе трупов. Тебе может показаться, что ты сделал немного, но все равно это важно. Возьми эту бумагу, она пригодится тебе, когда ты встретишься с самим Вильямом. Господи, стоит среди трупов тут. Какой кошмар. Так,